Здравствуйте, я Елена, эксперт МВидео. А это холодильник Side by Side от Samsung. Привлекательная модель с корпусом из нержавеющей стали для тех, кто хочет и может загружать холодильник под завязку. Да, и не забудьте отвести ему достаточно места на кухне. Это солидный агрегат. Само собой, эффектная внешность не единственное его достоинство. Эта модель, кажется, совмещает все, о чем можно мечтать. Объем целых 647 литров. Только посмотрите на количество отделений и ящиков, которые вам предстоит заполнить. С таким холодильником не соскучишься. Справа расположена холодильная камера, ее объем 411 литров. Тут действительно очень просторно. Возможности хранения провизии практически не ограничены. Здесь 4 полки внушительной высоты, вместится даже двухъярусный торт, например. Обратите внимание и на расстояние между кармашками на двери. Оно настолько большое, что трудно представить, что сюда может что-то не поместиться. Зона свежести в этой модели – это 2 вместительных ящика для хранения овощей, фруктов и зелени. Есть шанс перейти на абсолютно здоровое питание. А это супер-морозилка. Здесь 2 довольно вместительных ящика, разные типы продуктов можно хранить отдельно друг от друга. На просторных полках места хватит и для целого гуся, и для летних заготовок, и для полуфабрикатов на пару недель. Из приятных мелочей – льдогенератор. С ним не придется даже вспоминать о неудобных лотках для приготовления льда. Кстати, о размораживании холодильника тоже можно забыть, тут есть система No Frost, причем в обоих отделениях. Технология Precise Cooling сохраняет свежесть продуктов максимально долго. Специальные датчики контролируют малейшие колебания температуры внутри обеих камер с точностью до полуградуса. И если отклонение больше, холодильник автоматически охлаждает воздух до заданных вами значений. Можно не бояться лишний раз заглянуть внутрь в поисках чего-нибудь вкусненького. Много пользы от системы Twin Cooling. Она регулирует режим и влажность в левой и правой камерах независимо друг от друга. В результате получается идеальное условие для хранения разных припасов, а их запахи не смешиваются. А еще такое двойное охлаждение позволяет оставить работать морозилку, но отключить холодильную камеру, когда вы собираетесь в отпуск, весьма экономично. Хотя данная модель при всех своих объемах и без того весьма экономична, класс энергоэффективности у нашего великана А+. Все благодаря инверторному компрессору. Он автоматически регулирует скорость и уровень охлаждения в зависимости от температур внутри камер, что в свою очередь позволяет снизить износ деталей и уровень шума. Сенсорная панель управления с ярким LED-дисплеем предоставляет быстрый доступ ко всем настройкам. Выбрать подходящий режим или активировать функции суперохлаждения и суперзамораживания можно одним касанием. Данная side-by-side модель от Samsung – отличный пример функциональности и стиля. А внушительные объемы и габариты делают его желанным гостем на просторной кухне. На этом я с вами прощаюсь и вместе с МВидео желаю вам приятных покупок. МВидео. Нам не все равно.